184 серия Мурманск-Магадан, трасса Лена А-360, движение в сторону Нижнего Бестиха, Якутск. Путь составляет 60 километров. Отвечу на некоторые вопросы, которые... на некоторые комментарии, которые поступили к этому времени. Артем 33. Вопрос с едой, конечно, непростой. Я бы весь зачитывать не буду комментарии. Это комментарии к серии 113 Мурманск-Магадан. Можете почитать. Отвечу так. Значит, три пункта очень важных дороги. Это питание, это вода и это отдых, сон. Питание, ну, доширак, пюре сухое, то есть то, что можно кипятком разбавить и приготовить себе. Я пользовался в основном этим в дорогой. И тушенка. Значит, у меня было два кипятильника. Один покупал в Китае на Алиэкспресс, второй отечественный. Китайский термос-нагреватель, термос-кипятильник при температуре, когда в салоне было, по-моему, минус 4, он отказался включаться. Пришлось воспользоваться запасным нашим отечественным. Считаю очень важным, чтобы не оказались в тяжелой ситуации, приобретает наше отечественное оборудование, оно более надежное. Второе – вода. Во время движения, ну, воду можно покупать и в магазинах на трассе, но я по возможности старался запасаться водой, когда видел дорожный знак, где кран водопроводный нарисован. Даже есть одно видео, будет видео, где я заехал непосредственно к этому месту, где затарился этой водой. Более подробно и развернуто я расскажу вот в том видео, когда это будет заснято. И третий вопрос – это сон. Ну, две недели я еще более-менее терпел, спал на досках, потому что спальный мешок очень тонкий, китайский. Вот, он очень теплый, но очень тонкий, и все бока уже у меня болели. И был вынужден уже в Чите купить самонадувающийся матрас. Замечательная вещь. Стоит не дешево, порядка 6 или 7 тысяч. Но он того стоит. Вообще я стараюсь все дублировать, отправляясь в дальнюю поездку. Все, и видеорегистраторы, и радиостанции, и кипятильники. То есть все, что связано с постоянной работой, я дублирую. Два ноутбука, даже три ноутбука с собой брал. Вот. Ну, для гарантии, чтобы не получилось так, чтобы в дороге придется покупать новый ноутбук. Так, теперь дальше. Саша Горохов. Я тоже ем конфеты, когда смотрю ваши видео. Люблю шоколадное. Ну, особо не увлекайся, не переедай, это не очень хорошо. Джонни Базаров. Здравствуйте, жду продолжения. Ну, продолжение уже идет. Елена Яшенина. Наконец-то. Я думал, потерялась где-то Елена Яшенина. Давно не было в комментариях. Ну, и, как я понял, Елена Яшенина до сих пор находится... в Карелии, в Мурманской области. Это ее комментарий к серии 20... 022 серия.
относительно вот этих пирамидок, которые я все обращал ваше внимание на пирамидки и в Карелии, и в Якутии, ну, по всей России такие, в Башкирии, везде. Она отвечает, Елена Ешенина, что это рукотворные сейды. В Википедии есть хорошая статья с подробным описанием того, что такое настоящие сейды. А сложенные из камней пирамиды – это рукотворные сейды. Складывая подобные сейды, люди как бы подражают высшим силам, силам природы. Я все зачитывать не буду. Это было, благодарю, Елена, я на самом деле не мог найти нигде, потому что ту информацию, которую я находил в интернете, я уже на эту тему разговаривал, комментировал. Вот. Большое вам спасибо, обязательно к этой теме я еще вернусь, читая и в Википедии попробую найти, почитать. Должен сказать, что на трассе Колыма таких сейдов очень много, и размеров они огромных. Каждый камень, каждая плита, ну, по несколько сотен килограмм. И сложить их вот такой пирамидой, на мой взгляд, не очень просто. За тысячи километров от населенных пунктов, где нет ни техники, и можно надеяться только на свои руки. Поднимешь. Одному человеку это не под силу. Так что, Елена, не теряйтесь, догоняйте, мы уже подъезжаем к Нижнему Бестиху. Так, Артем 33. Это комментарий к 112 серии. Красота новая, объездная Мариинска. Ну, я сам того не желая, вот по ней проехал. Повел меня видеорегистратор, который предложил два варианта, быстрый и обычный. Ну, я выбрал быстрый, поэтому обошел Мариинск по объездной. Танкист Вася, значит, написал в стихотворной форме комментарий. Это 176-я серия «Мурманск-Магадан». Я зачитаю несколько строк, потому что я вижу, он, по-моему, в стиле рэп. Ну, я не смогу в стиле рэп, поэтому не сердитесь, как получится, так получится. Значит так. Он бравый шофер, он отважен и смел, он брошен был в путь через весь свет. И словно помеченный знаком богов, шел в первых рядах, устрашая врагов. Я понял так, это стихи посвящены водителям Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Значит, на трассе я буду, проезжая на трассе, я увидел обелиск, подъехал к этому обелиску. Вот первый комментарий не дает мне говорить. Ладно, по этому обелиску я расскажу попозже в другой серии. И, кстати, танкисту Васе от меня большой привет. Продолжай в том же духе заниматься, если у тебя лежит желание, стремление к стихотворной форме. Ну, я буду рад послушать в твоем исполнении, в твоем аудиоисполнении. Значит, сейчас двигаемся, повторю, что трасса А-306. Приближаемся к Нижнему Бестиху. С левой стороны по ходу движения река Лена, но ее не видно с трассы. В Якутск заезжать в этой серии не буду. На обратном пути уже из Магадана снова же буду возвращаться. Вот тогда я заеду в Якутск, проедусь по городу, чтобы могли посмотреть. Ну, а заодно посмотрите переправу через реку Лена туда и обратно. Кстати, эта серия
этот день. Сейчас уже какой у нас 18-й день движения. 18-й день движения закончится ночевкой после паромной переправы через реку Алдан. Уже было темно, я не рискнул ехать в темноту, поэтому прямо на причале, недалеко от причала, остановился на ночевку. Ну, это все вы увидите, просматривая видео. Ну, а сейчас смотрите видео, пока дальше ничего говорить не буду.
делать дорогу. Сомнительная дорога. Там, где хорошая дорога, взимают плату. Умеренную. Там, где раздолбанная, там езжай бесплатно. Шутка, конечно. Гораздо легче морально преодолевать вот участки, где идет ремонт, где травинка там, или как ее назвали. Это когда знаешь расстояние примерно, и уже на это расстояние мы останавливаемся. На 100 километров, пройдено 217, пути 3 часа 9 минут, 69 километров скорость. Деревья уже желтые. Осень тут уже вступила в свои права. Хвойные зелеными стоят, а лиственные уже желтые. Это в перемешку.
протяжении такого расстояния. Старая в этом плане, что многие участки сделали, не все, но многие сделали. Вот, и маршрут показывает явно завышенные объезды, обходы. Горизонте показался в нижних местах. Через 800 метров держитесь правее, затем поверните налево. Нижний местах 24. Вот она вела опять. Макни в объезд.
я говорил, то есть наревшая информация. Даже визуально видно, что по указателям можно ехать.
фотоснимок. Заправка. А вот она.
15 метров. Пойду залью. Поверните налево, затем поверните направо. Thank you.
Так вот, первый раз встречаю такую заправку. Да, где у меня? Маршрут построен. Так, сейчас за город выйду.
поверните направо.